Ваша сын, я не умею танцевать. Да, есть люди, которые умеют танцевать. Поднимите руки, пожалуйста. Давай, пойдем. Пойдем. Нет, ты не будешь танцевать, мы танцевали сегодня. Пойдем. Есть еще люди? Вы из вас есть кто-нибудь один? Какой? Давайте сделаем так, девочка, запустим, да? Брат, ты тоже хочешь? Ты будешь? Давайте, поднимайся на сцену. Давай, пока. Давай, ну ладно, твердо, Денис, поехали. 4 человека нам хватит. А? Нормально все будет. Все. Чуть попозже. Это не последний флешмоб, так что... Ой, осторожно. Давайте поможем женщине вместе. Подняться? Уже разговариваем. Давайте, 2 шага назад. Давайте, дети, 2 шага. Чуть попозже. Хорошо? Сейчас потанцуем вместе, а потом... Давай, 2 шага назад. Давайте сделаем так. Давайте еще народ позовем. Близких, знакомых, дедушек, бабушек, тет. Кто война была к ним. Давайте позвоним, скажем, что сейчас будет флешмоб. Сейчас все сюда должны приехать. Да, либо только Камчатки нам скажут, что сейчас стрелка намечается, и все сюда подтянутся. Давайте, да, все вместе, дружненько. А? Отлично. Самое главное правило мы делаем. Да, кто мне скажет? Нет. Главное не красивый одет, а главное тепло одет. Правильно? Поэтому я в таком виде испонтал. Так что не обращайте внимания. Готовы? Да! Давайте сделаем репетицию. Все знают, что такое деп? Да! Давайте я покажу для тех, кто не знает, деп это вот такое вот движение. Вот, смотрите, да? Давайте сделаем так. Мы к депу добавим еще звук. Смотрите. 1, 2, 3. Давайте отрепетируем. 1, 2, 3. Стоп, почему у казахов все всегда по-другому? Никак у людей. В одну сторону, чтобы красиво было. Левая рука остается согнутой, правую распрямляем. Готовы? 3, 2, 1. Вот так, все, не поняли меня. Левая согнута, правая выпрямляем. Готовы? 3, 2, 1. Громче. 3, 2, 1. Еще раз. 3, 2, 1. Нет, слабо. Слабо, надо громче, да? Что все услышали, что все пришли. Давайте. 3, 2, 1. Вот. Давайте еще раз громче. 3, 2, 1. Отлично. Так, давайте, кто будет первым танцевать? Ты на сладкое будешь, ты вообще второй, но ты не отнесешь на себя, давай. Согласен? Как зовут тебя? Уржан, сколько лет тебе? 23? Молодец, такой большой, откуда ты такой? Так, Саша, родители старались, хорошие твои родители. Как зовут? Жанья, Саша, Жанья, Андрей. Андрей, молодец, Андрей. Так, кого первым выберем? Нет, она сладкая, ребят, ничего. Нельзя начинать с десерта. Саша, ты смотри, местная знаменитость, да? Да? Вот очки оденешь еще. Ты же как скриптонит. Только женский скриптонит. Готово? Да. Пойдем в центр. Да, мы можем. Мы можем даже за ней повторять сзади, да? Да, готовы? Смотри, мы ставим музыку. Саша, движения простые, но чтоб народ согрелся. Это должен быть деп, руки вверх, присес, шаги. Вот такие несложные движения, чтобы все могли повторять за тобой. Смотрите, если Саша идет влево, вы тоже идете влево. Просто куда она, туда иди. Не надо придумывать себе вправо, влево. Хорошо? Давайте еще раз. 3, 2, 1. Забили друг. Давайте, 3, 2,